Здравствуйте. Вот пришел нам, нам пакет от Ешко. Будем учить английский. То есть мы просто проверим, что в пакете все есть. То есть, в принципе, нам пришел пакет на почту. Как мы видим, в принципе, пакет запечатанный и не вскрытый. Здесь написано, что у нас должно быть, в принципе, три позиции. Учбови журналы одна штука. С техничными носиями информации одна штука. И журнал-довідник Ешко. Сейчас мы откроем и проверим, чтобы это все было. Так, мы красиво или некрасиво открываем его. Так, вот у нас пакет. Итак, у нас получается, что здесь есть? Есть у нас... Ух ты, её сколько всего надавали. Я даже не знаю, правда, зачем вот эта штука. Это закладка мне подсказывает. Так, вот немножко. А, это так надо, да, наверное? Урок. Урок 1 и 2. Так, у нас есть английский для начинающих. Вот, в принципе, английский для начинающих. Но я думаю, неплохо. Так, после чего у нас есть английский для начинающих MP3. Уроки 1 и 2. Также вы можете изучать либо по диску, либо по журналу. Также у нас есть справочник студента Ешко, более 80 курсов. Это что, какие услуги нам предоставляет Ешко, какие языки мы можем выучить. Так, нам вот даже конвертик пустой, это, наверное, чтобы я туда им что-то отправил. В общем, есть такой у нас. Это закладочка. Так, это у нас что? Стоимость продукции, а вот это стоимость, то есть это прайс-лист, что у нас почем стоит, то есть можете посмотреть стоимость обучения на курсах Ешко. Есть. И что у нас здесь есть? Так, образование, уважаемая Татьяна Юрьевна, поздравляем вас, это нас поздравляют. Так, ух ты, сколько всего надавали. Так, уважаемые, сообщить вам, что наш Ешко доступна персональная страничка. Так, мы будем обучать по персональной страничке. Так, формуляр соглашения, фамилия, название курса. Ну, в принципе, это все мы договаривались и по телефону. И вот нам прислали студент классический, уже первый учебный блок. Вот, это нам пишут. Так, пишут, что там пишут, состав посылки, предоплата, 90 расходы, 75, а вот пишут цены, это мы взяли по этой цене, и последующие курсы мы можем брать. Вот это, наверное, нам говорили, что будет расписание. Предлагаемая дата формирования, 11 месяц, 1 месяц, 3, ну это... когда нам будет приходить непосредственно, пусть играет, непосредственно посылки. То есть, если мы заказали посылку, вторая вот 11 месяца, то следующая придет 1 числа. Либо мы ее отменяем, если нам не понравится, либо... Ну вот, в принципе, и все, все есть. Будем учить английский. Если что, задавайте вопросы.